дорогие друзья! Приветствуем всех гостях у Дуняши! Добрый вечер! Дуняша, мне так понравилось в прошлый раз рассказывать загадки на морскую тему. Правда? Это очень хорошо, Женечка. У нас разговор в прошлый раз получился очень познавательный, не так ли? Да, мы говорили о морских животных. Только знаешь, Дуняша, как-то мало мы поговорили. Давай ты нам о ком еще-нибудь расскажешь, а потом загадки про морских обитателей задашь. Как ты думаешь, получится? А почему же нет? Конечно, получится. Хотите, я расскажу вам о касатке? Касатке? Это такое морское животное, похожее на дельфина. Верно, Миланочка, похоже. Но все-таки есть много отличий. Касатка – это хищное животное. А вот чем оно отличается от дельфинов, мы с вами сейчас узнаем. Вот посмотрите, пожалуйста, на экран. Это, ребята, касатка. Вот она какая. А это дельфин. И сейчас вы услышите то, что нужно знать о касатке. Слушайте. Касатки – это млекопитающие из семейства дельфиновых. Их основное отличие от дельфинов – это окраска. Белые четкие пятна на теле. Примечательно, что размеры и расположение белых пятен на теле касатки могут служить знаком отличия, как у человека отпечаток пальца. Представляете? Касатка – хищник. Причем различные их группы кушают кто других рыб, а кто и ластоногих. Для охоты они собираются в группы и окружают стаю рыб, по очереди оглушая тех хвостом, а потом съедая. Надо ли такая хищная касатка? А по ней не скажешь. Да, такая она. Но эти морские обитатели очень заботливы. Они помогают своим сородичам и имеют с ними крепкую связь. Да, интересно ты рассказала о касатке, Дуняша. А теперь давайте немножко поиграем. Да, загадки про морских обитателей, Дуняша. Ты же нам обещала. А я и не отказываюсь. Давайте почитаем и поотгадываем загадки. Вы готовы внимательно слушать? Да, да. И отгадывать будете правильно? Да, да. Ну, постарайтесь. Хорошо. Загадки есть сложные. Будьте внимательны, слушайте первую. Из иглокожих, но красиво в морской пучине это диво. Пять рук обычно, пять лучей. Бывает хищной. Образ чей? Морская звезда. Какой ты догадливый, умничка, правильно. Так, слушайте следующую загадку. Симпатичный он на вид, хоть бывает ядовит. У моллюска восемь ног. Кто придонный? Осьминог. Сколько ног у осьминога? Много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! Прям стишок какой-то получился. Я у вас. Знаю. Замечательно. Читаем дальше загадку? Да. Слушайте внимательно. Кит, а может быть дельфин, черно-белый исполин, в океанах обитает, живность хищно поедает. Это же касатка! Правильно, Миланочка, касатка. Именно с ней мы сегодня и познакомились, да? Так, а мы продолжаем отгадывать загадки. Как торпеда с плавниками, с очень страшными клыками, острым нюхом жертву чует, днем и ночью все кочует. Это акула. Акулу легко заметить в море. Если увидишь над водой треугольник, значит, будь внимателен, приближается акула. Ну, а мы идем дальше и слушайте следующую загадку. Остров с пальмой водяной поздоровался со мной. Он обиженно пыхтит. Я не остров, я же... Кит! Правильно, кит. А почему он такой похож на остров? Потому что он очень большой. Правильно, он очень-очень большой. А еще он пускает фонтан, и этот фонтан похож на пальму. Действительно, возможно, именно этот фонтан и похож на пальму. Молодцы. Так, слушайте следующую загадку. Вы знакомы с морячком. Ходит странно он бочком. Пятерней своей не слаб. Морячок спешащий. Краб. Правильно. А что у краба есть такое необычное? Клешни. Щупальца такие, да?
которыми он хватается за все и за всех. Готовы слушать следующую? Да. Ну хорошо. Только мимо нас проплыли, поиграли и уплыли. Среди волн мелькают спины. Дети, кто это? Дельфины! Умнички! Это добрые, хорошие дельфинчики. А следующую загадку я хочу загадать нашим телезрителям. Они сейчас внимательно ее послушают, подумают и нарисуют отгадку в своих рисунках. Слушайте, ребята, внимательно. А вы, если узнаете, не подсказывайте. Договорились? Угу. Все. Что за дивная лошадка? Очень странные повадки. Конь не сеет и не пашет, под водой с рыбешкой пляшет. Назови его, дружок, рыбок, друг. А это вы уже сами догадаетесь, кто это. Да, ребята? И в своих рисунках вы нарисуете этого морского обитателя. А рисунки пришлете по адресу, который мы потом вам напомним. А сейчас вы все умнички отгадали правильно загадки и заслуживаете подарок. Какой, как вы думаете? Мультфильм! Правильно! Сегодня, друзья, мы с вами говорили о морских обитателях и отгадывали загадки об этих интересных животных. Я загадала ребятам загадку. Ребята, вы отгадайте ее, нарисуйте отгадку, а рисунки присылайте по адресу, который видите на своих экранах. Ну а сейчас давайте прощаться. До свидания, друзья! До скорых встреч! Пусть вас оберегает ангел-хранитель.